Приветствую всех зрителей моего канала. Это 36-я часть видео прохождения игры Fallout 2 с модом Restoration Project на самом тяжелом уровне игры и боя. Это будет одно из первых, самых веселых и динамичных частей видео прохождения, так как мы наконец-то можем заняться избиением монстров пустоши и прокачкой героя. Выяснил я один момент, который мне был очень интересен, а именно приход анклава в город, деревню Ароя. На одном из сайтов я нашел такую новость и даже скриншот, что если поспать до даты последнего четвертого сна Хакуина, шамана Ароя, то 20 июля 1942 года, 2242 года, состоится атака анклава. И если спать в это время в деревне, то нас выкинет. Но перед этим мы успеем увидеть Корригана со солдатами анклава. И в этот момент сделан скриншот и выложен на сайт. Больше я нигде такого упоминания не нашел. И надеялся, что смогу этот факт показать у себя. И, так сказать, быть первым на ютубе. Проверил я этот момент. К сожалению, ничего не выходит. Никуда, никакой анклав не прилетает. Никуда вас не выкидывает. Вообще происходит очень интересная вещь. Получается, можно Хакуина сделать бессмертным. То есть мы спим, не выходя с карты, и он не умирает. Если же мы поспим до 20 июля или больше, там 21 августа и тому подобное, и выйдем с карты, а потом вернется, вы уже не сможете зайти на эту локацию, а встретите умирающего Хакуина перед разрушенным мостом. Но именно скриптового действия по прилету анклава, к сожалению, нет. Ну а раз нет, значит мне теперь не стоит экономить время, не стоит стараться рассчитать его так, чтобы приехать до 20 июля в Ароя. И поэтому можем заняться просто избиением монстров, прокачкой уровня своего и друзей. Ну и наконец-то мы получим перк снайпер. И посмотрим, как он повлияет на нашего героя. Станет ли при этом P90C лучше, чем G11E или нет. Так, у нас 80. И вот посмотрите, у нас уже интеллект 10, до следующего уровня мы получим 20 очков. Если мы сейчас очки не потратим, то максимум здесь может храниться 99 очков опыта. Поэтому нам нужно сейчас потратить очки куда-то для того, чтобы мы не потеряли это 1 очко опыта. То есть 100 не может быть здесь, а 99 это максимальное значение. Так, куда бы их вложить? В принципе, мы пока с патрулями анклава встречаться не будем. Скрытность я не уверен, что нужна. А вот энергооружие можно понемногу прокачивать. Не скоро мы, конечно, прокачаем. Но давайте мы кинем 10 очков, чтобы в ближайшее время не даже не 10. Желательно в запасе держать, да, еще 10. Вот так. В таком случае 2 уровня плюс 40 будет 99. То есть 2 уровня мы можем не следить за очками. Все, вооружаемся и идем в пустошь. Кстати, не разоружил и не продал. Нужно не забыть продать. И идем в пустошь качаться и выбивать опыт. Так, как ни жаль, но нам придется брать про запас пистолет Гаусса, а в будущем, я надеюсь, перейти на G11E и P90C, когда у нас будет перк снайпера. Так, подождите, а где патроны G11E? Так, 250 патронов, на первое время хватит. И, кстати, у нас вот зависимость от джета, я пока ее лечить не хочу, дело в том, что раз она уже у нас есть, нужно этим воспользоваться. Может, в следующем видео или в конце этого посмотрим. Я попробую зачистить третий этаж военной базы Марипоза. Перед этим я нажрусь джета, так как мне все равно к нему привычка, получу плюс 4 хода. И самое главное, вырастет восприятие, потому что с таким низким восприятием, конечно, тяжеловато играть, что не говорить. Ну что ж, едем
набивать опыт. И вот здесь есть очень удобная клеточка возле Сан-Франциско, в которой часто встречаются кентавры Айдена, по-моему, или Айдека в одном из переводов. Кстати, тут я вижу, нету добавки, что они чьи-то, имеется в виду Айдек, Айден. Эта клеточка вот эта. Раз, два и три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. По-моему, еще шесть надо сделать. Сейчас я проверю. Я в ней всегда качался. К сожалению, не уверен, что правильно помню. Сейчас мы проверим, кто на нас нападает. Вот, пожалуйста, пришельцы тоже очень неплохие враги. И, кстати, пока мы будем кататься в этой клетке, есть шанс с нашей высокой удачей и прокачанным навыком натуралиста найти какие-нибудь секретные места. Ну что ж, давайте сразимся с инопланетянами. Кстати, против них лучше всего стрелять из Г-11Е. Дело в том, что у них хорошая броня, ну и, как я вам в прошлом видео рассказывал, бронебойность патронов Г-11Е выше, чем у П-90С. Хотя и со снайпером все изменится. Посмотрите, даже так мы нанесли урон всего лишь 40. Ну вот 78. Очень неплохо. Так. Как-то нам так нужно стать. Ладно, выйдем вперед. Лучше пусть враги атакуют нас. Мы все же перки на увеличение жизни. Поэтому броня круче, поэтому мы, конечно, более жизнеспособны, чем наши помощники. Сейчас будут стрельцы ходить два раза в связи с моей... А, нет, перехватил я ход. Может, у них восприятие тоже низкое. Или же я не обратил внимания, они уже походили два раза. Что-то я не о том думаю. Так, лучше будем стрелять. А по курсу, да, есть шанс, что очередь заденет еще кого-то. Ну, из-за того, что мы задеваем по два врага сразу, конечно, патроны очереди делятся между ними, поэтому мы пришельцы не очень жесткие. Ничего, как снайпер все это исправит. Так, Вик, у тебя два выстрела с бронебойного пистолета, убей хоть кого-то. Вот, сумел. Кстати, вот есть один глюк у наших помощников. Если они могут стрелять два раза с пистолета и первым выстрелом врага убивают, они не делают второй выстрел, хотя у них даже есть ходы на это. Если же можно сделать два выстрела в одного врага, они стреляют два раза. Вот такой вот я заметил нюанс. Посмотрите, насколько удобно, когда не нужно заправляться после каждых двух очередей. Напомним, где включается 50 патронов, поэтому так все хорошо получается. Вот видите, Вик сделал два выстрела, потому что стрелял в одну цель. А в предыдущем ходу он выстрелил только один раз. Да, пора мне уже получать перк снайпер. Как видите, урон очень сильно занижен. Ну, это для патча на оружие, на патроны, которые здесь установлены в этом моде. В принципе, я сильно усложнились бои. Нет уже того полного преобладания в безоболочных патронах, когда нет смысла вообще бронебойных. Вот видите, мы ярко видим разницу между... И правильно соблюдается все эти сопротивления урону и поглощение урона. Как видите, патроны вот от Г11Е по параметрам лучше, и действительно урон от них идет лучше, чем от П90С с 10-мм патронами, у которых улучшений нет. Так, себя я могу полечить с тимпаками, а вот своих товарищей полечим с помощью умения доктор. Кстати, я не посмотрел, насколько поранили. Да, поранили сулика. Так, много жизни восстановили. Давайте проверим. Да, ранены.
И надо нам проверить, сколько же нам еще осталось до следующего уровня, на котором мы наконец-то получим первых снайперов. Ну, еще есть. Еще, наверное, боя два нужно провести, прежде чем мы получим уровень. Зависит от соперников. Некоторые соперники приносят 5000, некоторые 6. Ну, тут принесли 3500, по-моему, всего лишь. Обязательно лечимся. Так, 208 можно еще раз. Денег у нас много. В крайнем случае мы всегда сможем прикупить себе еще стимуляторов. А в будущем нужно вообще всем своим союзникам дать суперстимуляторы. Единственное, я не помню, не умрет ли от суперстимулятора Кэссиди. Все, подлечились, оружие возвращаем. Сколько у нас еще патронов, хватает. И вперед на поиски приключений и следующей горы мяса ходячей, которая является для нас всего лишь источником опыта. Так, пришельцы. Что-то мне кажется, клетка все-таки не та. Сколько я здесь ездил, пришельцы почти не встречал. Ну что поделать, раз. А, сейчас будет все хуже. Мы сражаемся ночью. Да. Сражаемся ночью, и из-за этого меткость у нас сильно падает. Кстати, в этом случае нам поможет пистолет Гаусса. У него, да, точность и патроны очень точные. Так, по 2, значит, 8 ходов нам хватит. И стреляем. Жалко, конечно, патронов, ну что поделать. Просто, как вы видели, если враги подходят вплотную, то... Ох, хорошо, Кэссиди засадил, то все встает достаточно тяжко. То есть нас сбивают, мы теряем ходы. Но вы знаете, почему-то мне... Ладно, не будем жалеть патронов, у меня их еще хватает. Почему-то мы получили, опять же, следующий ход. Мне хотелось бы, чтобы враги подошли вплотную. Кэссиди молодец. Так, ну очень жалко мне Гаусс патронов, поэтому я пропущу ход. Тем более, как видите, благодаря бронебойности пистолетов, которыми вооружены Сулик и Вик, все происходит очень даже неплохо. Так намного лучше. Так, 65. На 69. Ну что ж, я даже выбегу в упор. 4 на очередь, у нас 9. Значит, на 5 ходов я могу подбежать. Самый разброс пуль. Посмотрите, на каком состоянии я сумел задеть. Пришли. Посмотрите, то, о чем я говорю. Как всегда, рулит. У него, кстати, большой крит. По-моему, там 25% у него. Когда он раскачается. Так, при смерти можно тебя... аккуратненько пострелять обычными патронами. Ну, кстати, хватило одного выстрела. Ну, кстати, не очень много опыта приносят враги, пришельцы. Мне кажется, кентавры дали бы больше. Продолжаем искать приключения. Вот, стадо кентавров. Сейчас проверим, сколько они нам жизней дадут. Кстати, очень хорошо получились. Подбежали они в упор. Так, один ход я могу потратить, и мы встанем вот так, чтобы меньше шансов было задеть. Ну, посмотрите, очень неплохой урон. Враг даже при смерти. Ну, ладно. И будем экономить патроны, добьем его очередью, и все. С перком снайпер, кстати, вот такие вот уроны в районе 100-200 даже постоянно с помощью Г11Е. Просто у кентавра очень слабая защита, они мясистые, супермутанты, но броня у них слабая.
А благодаря перку снайпер мы и других врагов будем ранить намного лучше. Хотя все равно полный расцвет у нас билда произойдет не только после перка снайпер, но и после перка улучшенный критический. Просто даже невзирая на перк снайпер и постоянные критические ранения, у нас будет возрастать урон, но не всегда у нас будет пробитие брони. А для нас самое важное — это пробитие брони. А благодаря перку улучшенный критический у нас получится не только иногда пробитие брони, а даже моментальная смерть, несмотря на то, какой урон мы нанесли врагу. Поэтому один выстрел, один труп станет, как бы это сказать, наиболее частым исходом нашей стрельбы по врагу. Так, ну что ж, получу я уровень. Да, кентавры стоят дороже, но на уровень еще не хватило. Буквально 300 очков опыта. Кстати, давайте мы попробуем полечиться, может, как раз их наберем. Здоров. Бери и сделай выстрел, а потом полечи. Кстати, наверное, так и сделаю. В таком случае мы будем более экономными. Имеется в виду, в следующей битве мы уже будем иметь с собой... А, подождите, есть одна проблема. Есть одна проблема. Дело в том, что нам, чтобы получить перк снайпер, придется принять наркотики Ментанс. И в таком случае, естественно, от них потом еще будет отходняк. Поэтому желательно заехать в Сан-Франциско, посмотреть магазин и получить перк, вставить себе чип, например, на восприятие. И при этом пройдет 4 недели. Как назло, не хватило 4 очка опыта. Вы представляете? Интересно, а как еще можно эти очки опыта получить, чтобы не вступать в бой? Ну, в принципе, можно просто отправиться в город и там, опять же, пройдет время подлечиться. Судьба решила за нас. Ну что ж. Ой, как они близко. Ой, как они близко. Нехороший вариант. Так, 95. Ходов у меня все равно не хватает. Включим скрытность. Может, нам повезет. Ну, кстати, уже меньше шансов, что нам повезет. Дело в том, что мы задели одного врага, в которого не целились. Ух, сейчас улик начнет получать. Нужно срочно возвращаться и... А, мы даже сделаем. Я просто убил. Да, 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 так можно доиграться. Улик может умереть. Ну так уже легче, враги. Сколько ходов до автомобиля? 9. Вполне возможно, сумеем уехать. Ходов не хватило. Хуже. Не нравится мне, сколько урона получает Сулик. С другой стороны, вроде бы... А, пришельцы, там 3. Поэтому Сулику еще придется потерпеть. Подождите, давайте посмотрим, что там с жизнями у Сулика. Всего лишь ранен. Ну, в принципе, можем дать очередь и потом уехать. Вдруг нам повезет, и мы вот добьем вас. Да, теперь можно уезжать. Мы получили недостающий опыт.
Да, есть уровень. Так, давайте сразу проверим, что у нас сгенерилось в магазинах. Если вообще что-то сгенерилось, конечно. Ну, нам, естественно, наиболее нужны книги по науке, как мы помним, для того, чтобы прокачать науку не за очки опыта. Химические журналы вечно меня смущают, внушают ложные надежды. Что-то у меня подозрение, что времени, которое прошло в путешествиях, не хватило для обновления инвентаря торговца. В принципе, это не важно. Если нет, то мы опять устремимся в пустошь. Тем более у нас для продажи есть две силовые брони, которые лишние. Одна у нас, одна в Братстве Стали. Кстати, вполне возможно, пора так, извиняюсь, не хотел я с тобой говорить, я хочу посмотреть твой инвентарь. Да, по-моему, не произошло. А, подождите, изменения, может, не произошло. Да, зато оружие зарядилось. И мы можем получить столь драгоценные патроны. Вот они есть. Не за что купить. Сейчас поищем, чего бы там взять на продажу. Кстати, можно принять сразу два ментонца, получить уровень, и под влиянием ментонца цены будут ниже, так как у нас вырастет харизма. Вот мы приняли два ментонца, получили восприятие 8, нам надо восприятие, извиняюсь, получили восприятие 9, а нам хватает восприятия 8, чтобы появился в окошке выбора перков перк снайпер. Прекрасно. Вот наш герой стал процентов на 50 сильнее сразу. Так, это оружие надо продать. Кстати. Да, у нас всего лишь одна боевая броня, поэтому нужно ее купить. Снайперскую винтовку можем продать. Огнемет улучшенный. Да, до того времени, когда я смогу его использовать, я себе куплю новый. Но пулеметы лучше не продавать. Они не так часто встречаются. Особенно базар, конечно. Да, патронов полно. Улучшенный суперкнут у меня есть. Тоже его оставим. Что нам нужно посмотреть, так это, наверное, все-таки взять силовую броню на продажу. А, подождите. Боевая броня нам не нужна. Имеется в виду боевая броня братства. Ее нельзя вшить под кожу. Вот, надеюсь, вторую броню мы купим на деньги, вырученные за эти вещи. Ну и патроны не забыть забрать. И все же я сбегаю на танкер, гляну, не появились ли там книги. Подождите. Боевая броня на том столе. Ясно. 2000. Снайперка. 2200. 8. 6. Красавчик. Так, ну давайте. Огнемет как самый тяжелый из моих трофеев. И, наверное, подождите, денег у меня нету. Да, нет на этом столе денег.
И, наверное, пора докупить патронов, потому что со снайперским выстрелом P90C уже будет наносить неплохой урон, особенно небронированным целям, таким как кентавры. Где-то так. Так, и боевую броню купим на будущее, чтобы я знал, что они у меня уже есть в запасе. И когда мы захотим повторно имплантировать все бронеимпланты, у нас уже будут все нужные для этого ингредиенты. Так, внимательно, нет ли тут оружия, которое можно разрядить и получить с него патроны. Нет, наверное, нужно вот так. Да. И недостаток возьмем деньгами. Кстати, у нас заканчиваются трофеи. Правда, я еще не проверил, что там творится у моих союзников в инвентаре. Но сначала хочу еще, конечно, съездить, проверить свой перк снайпер. Так, прекрасно. Все же зайдем на танки, вдруг там время обновления инвентаря не столь длительное, как у этих торговцев. Тем более мы сейчас себе еще имплант внедрим. Ой, извиняюсь, имплант. Модуль памяти. Поднимем восприятие. 4 недели пропустим, 1 месяц, и это нам поможет. Кстати, вот где есть патроны к гаусс-оружию. Но, к сожалению, украсть я не могу. Во-первых, рискованно, во-вторых, я не прокачивал умения, то есть, чтобы не использовать загрузку. Поэтому мы это делать не будем. Но, как только мы накопим так, 8, у меня не закончится действие. Не закончилось Мертванца. Я помню, что у него очень длительное действие. Но, к сожалению, и привыкание у него длительное. Точнее, ломка. Вот, накопим суперстимпаков. Мы сможем с помощью суперстимпаков просто поубивать персонажей, чей инвентарь нам интересен. Единственное, чтобы он не был как бы это правильно сказать, не скриптовым, а чтобы с ним не были связаны квестером, точно. Так, дам тебе 229 монет. Да, действительно, мешало бы нам исходить, набить трофеи. Да, книги не появились, ну и хорошо. Так как у нас сейчас в инвентаре есть неразменная силовая броня, имеется в виду, мы не сможем за нее купить книги у столь бедного торговца. Бежим, встанем возле бункера Братства Стали. И там будем дожидаться ломки от Ментонца. Чтобы упал интеллект, и мы могли читать книги. Кстати, мы же книги еще и не забрали из автомобиля. Кстати, очень неприятный эффект зависимости к джету. У нас
Да, минус один силы, минус один восприятия, но сейчас мы этого не видим, и минус один к ходу. Но самый, конечно, неприятный момент – это минус один к ходам. Так, ждем отходника. Кстати, благодаря повышенному разрешению окно пип-боя не занимает весь экран. Мы вот таким образом спокойно видим, когда же или я ошибаюсь? Нет, не ошибаюсь. В консольном окне вот здесь мы увидим, когда у нас настанет ломка от ментанса. Вот. Да, но интеллект всего лишь 6. От психа мы получаем выигрыш. До 3 спускаем его. Ну, хотя сойдет и так. Я надеюсь, книги еще будут появляться. Поэтому займемся чтением книг. Сначала научных, потом обычных. Главное следить, чтобы интеллект не вырос. Так, первая научная книга пошла. Было 75, стало 77, всего лишь 20. Все равно лучше, чем... Так, а что... Ага, натуралист? Нет, натуралист мы читать не можем. Не принял психа. А я где-то купил психа, мне повезло. Или у меня всего лишь... Да, у меня полно психа. Давайте, но, к сожалению, одного психа хватает на... одну книжку. Так, интеллект 3, ниже не бывает. Или бывает? Ну-ка. В таком случае... Да, интеллект 1. И мы можем прочитать книжку натуралиста. Все, больше не можем. Хватит нам... тратить наркотики, потом еще будем при вставлении себе следующего модуля памяти, мы опять же примем перед этим наркотики. Так, от психа избавиться. А, кстати, надо взять P90C. Так, ладно, потом, потому что в бункере есть еще силовая броня, которую тоже стоит забрать. Пусть она будет в багажнике, чтобы в любой момент ее можно было продать. Посмотрим, не произошло ли обновление инвентаря, пока мы пропускали ходы с наркотиками. Нет, книги не появились. Ну что ж, бежим в бункер. Кстати, посмотрите, Мэтт, представитель и охранник входа, извиняюсь, братство стали пропал, значит, Хориган его уже посетил. Сейчас мы узнаем, что же с ним случилось. А, подождите, давайте сразу заберу. Силовую броню. Кстати, она обычная или закаленная? Наверное, обычная, иначе... Да, обычная, иначе не было бы смысла в квесте по закалке брони у хобологов. Так, что случилось с Мэттом? Загружен видеоряд. Проиграй видеозапись сейчас. Вот он, наш главный враг. Пришел уничтожить представителя Братства Стали, так как Братство Стали стало совать нос в дела Анклава. Ну и, как всегда, пафосная речь представителя добра: «Моя смерть ничего не изменит. Возможно, но вид твоего изуродованного трупа меня радует», — ответил ему Хориган, спокойно выдержал 2 его выстрела из чего? Из головного пистолета. А почему он в руках держит?
А, это надписи, что ты видел, нет. Скорее всего, импульсным ружьем он стрелял. Два выстрела без урона получил Хориган, ну и убил его с одного удара кулака. Ну и сразу показывается его моральная деградация, что после убийства он думает только о еде. Так разработчики нам показывают, насколько он мерзкий тип. Хотя, я думаю, любой солдат, который совершил множество убийств, будь он благородный защитник Отечества, тоже будет иметь иммунитет к таким вещам. Так, что мы можем сделать? Я хочу замечать больше вещей. Отдаем модуль по повышению восприятия. Прекрасно, получили все свои очки назад, и, кстати, опять восприятие 6, невзирая даже на зависимость от джета. Очень неплохо. Что у нас с очками? Наука уже 95. Тоже хорошо. Ну что ж, пора нам возвращаться в пустошь, набивать опыт. Кстати, прошел месяц, давайте посмотрим в магазине. Единственное, так, выбегайте, а то они могут застрять, как мы помним, в этой комнатке. Да, если двери закрываются, они не могут выйти. Кстати, а где третий помощник? Вик, вот, все выбежали. Смотрим, что там в магазинах. Ну, кстати, если появятся книги, их не за что мне покупать. Мне... Да, 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 да. Что там у нас получалось? По-моему, еще можно 6 книг, да? Если интеллект снизить до единички, мы можем выучить. Получалось 85, 6, уже 86. 5 книг еще можем выучить. 12 тысяч, а всего лишь 1705. Нет, нет. Не согласны мы на такую торговлю. Давайте посмотрим, что там есть еще в инвентарях у наших помощников. Ну, бегите быстрее. А, кстати, давайте сначала глянем книга книгой. А вдруг здесь гаусс-патроны, гаусс-оружие, как раз они дорогие и силовая броня разменяется. Ничего интересного. Да. Есть гаусс-патроны. Обязательно их нужно забрать. О, есть виндикатор. Он тоже в себе содержит много... вообще красота. Так понемногу мы себе наберем нужных нам патронов и сможем пользоваться даже, может, индикатором. Если я когда-нибудь набью столько нужных нам очков опыта. Пистолет хотелось бы купить, но, по-моему, он будет уже дороговат. Да. А индикатор сколько стоит? Ох, какая у тебя цена. Так, 11 тысяч. А у нас 1500, ну даже 1400 всего лишь. Ну давайте возьмем. Может кто-то у нас там будет стрелять пистолетом Нидлера. Так, есть ли у тебя, суди, какая-нибудь мелочь на продажу, чтобы выкупить книги? Патроны к ФНФАЛу. Так, багажник, незачем их с собой носить. Динамита у тебя полно. Так, эти патроны тоже тебе незачем носить. Я их в багажник скину. Водка, ну пусть будет водка. Так, возьму один динамит.
Что-то мы с торговлей потратили много времени. В чем дело? Что за взгляд? Не так уж много получилось провести боев в пустоши. Так, пистолет ты не берешь? А, подождите. Я их оставил, надеюсь, что он сможет взять винтовку. Кстати, а что у него с уровнем? Вик уже стреляет два раза, значит у него 10 ходов. А что у нас с уровнем Кэссиди? Да, 10. А ну давайте попробуем его заставить. Ну хотя, по-моему, энергетическим оружием он не пользуется. Снаряжение, не конечно. Мы сейчас все проверим. Значит, турбоплазменный ток на тебя оставлю. А все остальное заберу. Посмотрим, сможешь ли ты взять пистолет или турбоплазменную винтовку. Мне хотелось бы, конечно, чтобы ты взял что-то из этого. Угу. Так и есть. Возвращаю тебе Панхорджик Хаммер. Кстати, почему бы не проверить навшивость Вика? Вдруг он возьмет турбоплазменную винтовку? Так, пистолет Нидлера у него. Патроны к Фенфалу заберем. Скинем их в багажник. Кстати, Вик умеет метать гранаты, но почему-то ни разу он не попытался это сделать. По крайней мере, он отвечает, что умеет их метать. Хотя и предупреждает, что не очень метко. Не хочет, не хочет. А жаль. Ну, в таком случае все-таки Кэссиди с ним ходит. С ружьем, я имею в виду, турбоплазменным. А в будущем я буду прокачивать навык владения энергетическим оружием. И буду сам пользоваться этим ружьем. Но, к сожалению, там нужно очень много очков вложить. Поэтому немного отложим этот вопрос. Мне просто интересно, под снайпером и улучшенным критическим 20 патронов из Фенфала, хотя они никакие, вполне возможно, смогут наносить очень жесткий урон из-за своего количества. Поэтому нужно это проверить. Так, все патроны скинули. Что здесь можно еще продать? Кстати, мне уже не нужен плазменный пистолет. А вот сейчас, если дать плазменный пистолет Кэссиди, он сумеет из него стрелять два раза. Нужно проверить, кстати, этот вариант. Может, такой вариант более выгоден. Хотя очередь из Панкора Джекхаммера тоже очень неплоха. Так, все, у нас есть водка у Сулика. Ох, сколько у меня взрывчатки, думаю, так хватит. Яда море, так, веревка есть у кого-то уже. Из союзников идем выкупаем книжку. Натуралиста.
Так, давайте я выкину сначала всю мелочь, чтобы она меня не смущала. Так, ну вроде уже и нету мелочи. А теперь будем аккуратненько добирать цену. Смотрите, как мы четко разменялись. Да, стоит нам уже встретить каких-то бандитов, выбить из них трофеи, так как наши трофеи уже закончились. Ну и опять бежим. А, хотел я проверить, ну, хорош ли Кэссиди с плазменным пистолетом, когда он может стрелять два раза. До этого это не очень хорошо. Но проблема в том, что с плазменным оружием он все же менее ловок, чем с малым. Но все-таки проверим. Не жалко. Да, берет он плазменный пистолет. Сможет делать два выстрела. Заход уже он. Кстати, у меня уже все могут делать два выстрела заход. Здесь два выстрела заход еще и лучше тем, даже если, к примеру, они могут стрелять заход с какого-то оружия, типа ружья, урона больше, чем с пистолета. Два выстрела заход лучше тем, что у вас два раза выше криты. А криты у прокачанных союзников в районе 20-30%. То есть два раза стрельнули, это уже 60% на шанс на крит. И тут даже не столько в уроне дело, сколько есть шанс, что враг упадет, там, пропустит ход, ну или будет разорван на куски из-за особо удачного крита. Мы еще посмотрим, какой урон без крита будет наносить плазменный пистолет, хотя там он, конечно, невысокий. Так, да, я вижу. Пушки и пули генерация и генерация. В принципе, если не играть на такой сложном, на такой тяжелом уровне сложности, то можно было бы качаться сразу в холодное, в тяжелое оружие, как обычно это и делают. То есть переходить на пулеметы, а легко противоядие обязательно. Наконец-то оно начало появляться. Обратите внимание, так что можно спокойно будет пользоваться джетом, не мирясь тем, что у нас привыкание, ну это будет позже. Кстати, посмотрите, какое оно дешевое. Красота. Так, 850. Ну и цены ты даешь, конечно, низкие. 500. Бафаут нам уже не очень нужен. 518. Прекрасно. Кстати, можно сейчас противоядие принять и избавиться от зависимости. Но, как я и говорил, оно нам не мешает. Имеется в виду, она, зависимость нам не мешает пока что. Хотя мы теряем один ход. Это не страшно. Так, ну давайте попробуем еще хоть один уровень получить. Хотя это достаточно много бит. Это 300, 276, 24 тысячи. Если по 5, это 5 битв. Ну, надеюсь, они будут проходить быстрее благодаря перку снайпер. Так, очень приятно, что начало появляться противоядие. Кстати, давайте проверим, может, у доктора оно тоже может появляться. Иметь у себя штук 10 противоядий, можно джетом уже заливать глаза даже в обычных битвах, чтобы было легче. Да, произошло у него обновление, к сожалению. Ничего, кроме супер стимпака, у него нет. Опять же, обязательно их наберем. Так как с помощью них мы сможем получать патроны Гаусс-оружию
на танкере. Все, пора вооружаться под... Да. Под перк снайпера. Для этого мы берем... Ну, пусть будет пистолет, если я сумею столько веса нести. А нам нужно взять P90C. И... Да, 30 хватит. Так как дешевле все-таки тратить патроны для P90C, чем для D11. Хотя мы уже этими патронами разжились. Все, поехали опять в пустошь. Поищем приключений. Ну что ж, смотрим. Билд почти вошел в полную силу. Сейчас мы сможем оценить разницу с перком снайпер или без перка снайпер. Так, где? Ну давайте. Хорошо, что день. Хорошо, что они первые ходят. Ну, кстати, против когтей смерти все же лучше использовать G11E, пока у вас нет улучшенного критического. Как я и говорил, критический урон не значит пробитие брони, вот как сейчас. И поэтому, видите, не написано, что броня пробита. И мы нанесли 153 очка урона, а с помощью P90C было бы намного меньше, так как броня у когтей смерти. А надо следить, кстати, за надписью. Вот когда мы увидим, что критический удар нанес урон, минуя броню, мы увидим, какой по-настоящему урон можно нанести даже по 90. И, кстати, посмотрим, что там Кэссиди выдал. 12, 20. Не очень, конечно. 223 калибр намного лучше благодаря своей бронебойности. А тут уже хуже. Соперники почему-то, извиняюсь, враги. 20. Да, ну, можно оставить Кэссиди пока плазменный пистолет. Ну да, со спирком снайпер, конечно, наконец-то у нас пулеметчик стал действительно опасным. Видите, я отошел, чтобы не было два трупа под окном. Надеюсь, что из этого очередь будет лучше. А урона нет. Критический удар без урона. Кстати, Кэссиди как-то расстрелялся уже с плазменным пистолетом. Такие уроны наносит красивые. Ну вот, кстати, уже два врага. Можно попробовать стрелять из P90C. Все же 12 патронов. Посмотрите, какой урон. А ну. Нет, нет, все же все не так просто. И броня врага все же играет роль. Ай-яй-яй-яй-яй, что ты делаешь, Сулик? Зачем ты друзей ранишь? Так, а ну еще раз. Все же P90C благодаря количеству патронов в очереди урон наносит больше, чем G11E. Ну, тут тяжело сказать. Дело в том, что G11E, так сказать, может, ему не везло. Так, кто у нас раненый? Кэссиди. Мы еще проверим. Еще пару битв мы проведем. Так. Поранили Кэссиди так достаточно солидно, как я погляжу. Кстати, зря я этим занимаюсь. Я приближаю вечер, а как вы помните, вечером... Да, вечером я намного более косой. Здесь даже есть смысл перед выездом
наверное, так я сделаю, просто пропущу до 8 часов время, все равно мне уже незачем время экономить. Поэтому долечим. 15:38. Ну ладно. Так, что с жизнями, что с очками? 79, еще 20 лезет, будет как раз 99. В принципе, одно очко можно вложить куда-то, чтобы не переживать. Даже больше. Так, кто у нас здесь ранен? Был Кэссиди. Ранен. Без повреждений. Полечим уже стимпаками. Все напарники здоровы. Оружие надо зарядить. Ну и поехали дальше. Искать ходячий опыт. Красота. Кстати, несмотря на то, что мы пропустили до 8 часов время, как видите, все равно, пока ездили, наступила темнота. Так, да, на 5, и у меня будет очередь на 4. Ух, прошел хороший крит на 285. Так, это враги меня не видят или они меня боятся? Ничего себе, Кэссиди жарит. Такого расстояния ночью из плазменного пистолета. Приятно. Честное слово. Так. Опять на 5. Ух, красота. Посмотрите, какие уроны у пулеметчика с перком снайпер. Все, а вот этих красавцев мы спокойно раздадим из ПДПТ. Благо они мясные. И не бронированный. Так, только не нужно меня ранить, дорогие мои помощники. 12 патронов. С критом 532 крит. Красота. Так, надо как-то так отойти. Ух, приятно. Один выстрел, один труп. Точнее, одна очередь, один труп. А вот, кстати, с летуном ситуация должна быть уже не столь радужной, так как у него, ну, конечно, если не пройдет этот везучий крит. Так, мы можем подойти всего лишь на один ход. Так, давайте до чистоты эксперимента я стану так, чтобы трупы на линии стрельбы не были, и наша очередь не была бы сокращена. Ну, конечно, урон меньше, но 209 это все равно очень-очень много. Все же получается у Г11Е единственный по-настоящему мощный бонус это дальнобойность. Ну, конечно, на бронебойных, извиняюсь, на бронированных целях по-настоящему мы все проверим. Может, там когда-нибудь нам попадется какой-то анклавовец неопасный один. Так, и те, и те. Ну давайте, в крайнем случае будем убегать. Так, будет очень обидно, если на меня нападут обе толпы. Ни в коем случае нельзя, чтобы это случилось. Так, Кэссиди, раздвинь ноги. Как Робокоп когда-то в фильме стрелял между... Насильнику в яйца, да? Кто смотрел фильм? Так, ну давайте я
Прекрасно. Скрытность работает. Враги нас не видят, поэтому не атакуют. А, у меня восприятие поднято, хотя вряд ли. Восприятие 6. Так, ну, тут дальнобойность нужна. Ладно. Так, главное, чтобы пришельцы нас не атаковали. Если мы с этими кучками разберемся по очереди, все будет намного легче. Ну и, конечно, менее опасно. Так, на один ход я могу подойти в любом случае. Что я и сделаю. Давайте посмотрим, P90C уже на таком расстоянии может. Да, 90% шансами точности выстрелить. О, здесь можем. Давайте ранним. Все же одного. Тоже неплохо. Кстати, скрытность действительно работает. Вы видите, что нас когти смерти сразу же не атаковали. Хотя должны были атаковать после первого хода, причем два раза подряд, в связи с тем, что их восприятие выше, чем у его героя. При смерти. Ну, давайте попробуем стрелять в дальнего. Ай-яй-яй-яй-яй. В надежде задеть ближнего. Такие. Так, теперь нам нужно аккуратно вот так подманить пришельцев. Так, и проверим пришельцев на... Ух! P90C меня просто радует. Посмотрите, какая красота. Аж приятно сражаться. Так, опять нас никто не видит, скрытность тоже работает. Ну, кстати, по-моему... По-моему, пришельцы днем видят плохо. Или вообще видят плохо. Есть у меня такое подозрение. Да, 12 патронов за очередь решают. Это даже круто. Бронебойность патронов. Ну, естественно, если происходит критический урон. Как вы помните, без снайпер по-одиночке не был столь ультимативным оружием. Так, а чего это мои бегают? А, они могут стрелять, наверное, через машину. Нужно подойти поближе. Красота, ну. Такие криты бешеные. Да, наверное, дождусь еще одного уровня. Так, подманим. Ах, смотрите, скрытность отключил. И меня уже видят и атакуют враги, которые находятся. Кстати, очень хорошо, что враг сбит с ног. Второй уже можно метко на 95% шансов попасть по врагу. И такие вещи вытворяют с плазменным пистолетом. Если бы еще плазменный пистолет солидный, вообще не было. Ох, Сулик зарядил критон. Ну, кстати, надо попробовать. Можно попробовать дать пистолет Братства Стали лазерный. Может, возьмет Кэссиди в руки, опять же не помню. Так, сейчас получим 25 уровень. Наверное, можно будет уже на этом видео завершать. Все же придется вернуться к стандартному маневру. 2 по 90 C в обоих руках. Прокачаться до 12 очков за ход. Я надеялся, что благодаря исправлению патронов не будет столь однозначной тактики, но вижу, что все же все будет именно так. Да. Скорее всего, будет все точно так. От этой тактики никуда не уйдешь. И посмотрели благодаря своему высокому криту, два выстрела убил пришельца. А вот то, о чем я говорил, благодаря двум больше шанс на крит. Сделал крит
Кэссиди и врага Билл Смок. Поэтому все же пистолет... Ох, посмотрите, еще раз крит. Поэтому пистолет для ваших союзников, если вы их не делаете пулеметчиками, все же лучше, чем винтовка, даже если она наносит больше урона. Не игра, а радость одна. Ну, бывает и такое. Ну, в принципе, это во всех играх. Если вы изучили механику, правильно создали скилл, вы страдаете, ну, на максимальной сложности, естественно. Вы страдаете первую половину игры, ну, а вторую половину игры вы нагибаете. Так, чуть-чуть не хватило до уровня. Чуть-чуть. Еще 5000, поэтому пойдем получать свои уровни. О, большая толпа. А, такая же, как и. Так, давайте выманим кого-то. Вот чем мне нравится скрытность, что получается выманивать врагов по одному. Я говорил, со скрытностью в 100 и билдом заточенным четко под снайпера, вы можете вот находиться в этом углу, враг в этом углу, и вы за один выстрел делаете один труп, то есть из одного угла в другой, и даже ни один из врагов вас не видит. То есть игра теряет совершенно всякую сложность, особенно в Неваде это хорошо видно. Дело в том, что там тяжело прокачивать героя, очки опыта зарабатывать и тому подобное. И тоже до момента, как ты раскачаешь, достаточно тяжело зачищать. Как только ты получаешь с высоким восприятием и скрытностью, то расстояние одного-двух экранов значит, готовкой раздаешь любого количества. Так, попробуем двух положить. Не вышло? Опять не вышло. Ну, в таком случае тебя добьют мои друзья. Так и есть. Так, а ну второй крит делает. Нет, не вышло. Вообще очень удобно, когда вы и ваши союзники все же очередями не очень разбрасывайтесь, так как все же горы патронов с собой носить достаточно. Если для себя я еще могу носить, то вооружать прожорливым оружием, конечно, очень как бы это усложняет вам, забыл это слово, обозначающее снабжение, логистику, да. Логистику снабжения. Так, ну что, где мой уровень? Опять не хватило. Ну что ж, еще одну битву проведем. Кстати, нам много придется таких прокачиваний устраивать. Дело в том, что чтобы получить все нужные нам умения для выполнения квестов, нам нужно уровней 30 все же. Даже, может, и больше. Хотел бы я энергооружие, как хотя бы до 120, как здесь. Нам нужно ловушки, чтобы выполнить в полном объеме квест Бишопа. И наука 121. А, ну, в принципе, не так уж и много нам очков опыта еще нужно получить. Да, все нормально. Странно, что меня преследуют сегодня пришельцы, когда я говорю, я использовал эту ячейку. Так, а где-то я стою. В другое время, то... В основном здесь были кентавры. Как я говорю, пришельцы более жесткие в плане брони, хотя крит я вижу, эту проблему исправляет. Ну а главное, меньше очков они приносят. Поэтому КПД, траты патронов к опыту получаем более низок. Ох, молодец, Вик. Вообще очень приятные эти пистолеты 223 калибра, экономичные, патроны распространены, бронебойные. Броня против них не поможет. Сплошное удобство, особенно для союзника.
Конечно, потом лучше переходить вообще на гаусс-пистолеты. Так, подойду вплотную, благо мне некуда использовать оставшиеся ходы, так как у меня не будет просто патронов в P90C. Можно, наверное, во вторую руку взять. Второй P90C. Да, прошел критическое урон. И вот, кстати, удар пробивает защиту. Вот если такой произойдет критический урон с пулеметом, это будет что-то с чем-то. Хотя и так очень неплохо все получается. Вот наш уровень. Опять 95. Хорошо звучит, опять 95. Так. Даже не знаю. Нам уже хватает оружия. Поэтому можно заняться прокачкой ловушки. Ну ладно, мы все равно еще позанимаемся поиском опыта в пустоши, поэтому все же я не буду пока вкладываться в... Так, нужно меньше 80-75 сделать, чтобы не думать о потерянных очках при получении левела. Вот так. Так, герой все больше и больше стоит поход на терминатора. Все, возвращаемся в Сан-Франциско. Ну а в следующем видео опять займемся набиванием очков опыта. Получим, кстати, 27 уровень и улучшенный критический, и тогда точно пойдем на военную базу. А, кстати, что там у нас со временем? Не сильно мы превысили свой лимит времени. Ну, давайте еще одну битву проведем. Захватывает, конечно. Всю игру страдаешь, всех боишься. Стараешься проскочить пусто, чтобы никто на тебя не напал. А сейчас, конечно, чувствуешь свою всесильность и очень приятно и захватывающе наказывать всех тех, кто тебя пугал и был тебе опасен. Так, что-то мы долго едем. Игра намекает, что пора. Вот, кстати, вот на летунах мы и проверим, настолько ли все круто у нас с P90C. У летунов хорошая броня, поэтому можно посмотреть, нам везло или все-таки мы действительно с помощью P90C и летунов убиваемся. Ну это что-то с чем-то, наслаждение просто. Кто играл в Age of Empires, старый, первый, там была очень интересная миссия, ну приятная, точнее, не уверен, что она интересная, там ничего сложного не было, называлась «Я вернусь». Вас разбивали, так сказать, на континенте, вы убегали из последних сил с перезагрузкой, потому что топили ваш корабль, там чуть ли не с одним крестьянином и одним гоплетом переплывали на другой остров, на острове раскачивались и потом уже возвращались с пикинерами золотыми, катафрактами, и, короче, раздавали. Это было, конечно, круто. Ух, хорошая диагональ, я задел одного и второго, а вот уже с этим придется как-то вот так вот аккуратно подойти, и надеюсь, я не задену Вика. Так как с этими критами очень опасно попасть в своего союзника. Справился Кэссиди, даже не нанеся нормального урона. У летуна просто было уже мало жизни. Да, но патроны улетают, конечно, один за одним. Так, ну а теперь можно отправляться в Сан-Франциско. Или еще одну битву провести. Давайте. Не хочу я с этими красавцами, хотя мы с ними разберемся, но если нам не повезет, они подбегут, будут близко или подбегут все вместе, то игра может быстро закончиться. Ну не для нас, но для наших союзников точно. Дело в том, что они наносят атаку как будто из огнемета. И если там три ящера пыхнут так, чтобы накрыть моих трех союзников, себя я не считаю, у меня уже жизни 232, это уже не опасно, то будет, конечно, очень все жестко. Так,
чего мы можем сделать? Мы можем подойти раз, два, давайте еще раз. Скрытность выключил нечаянно, вернем ее. Вот так уже. Ну, Г11Е тоже неплохо, но, конечно, видно, что 207, то есть 7 патронов не хватает для такого уж крутого. Хотя мы сейчас проверим, где выстрел. Все равно мне интересно. Да, разделились. Да, патронов просто не хватает. Вот 7 патронов он выпускает. К примеру, 4 вошло в первого, 3 во второго, и уже урон не столь огромен. Хотя и так неплохо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот что значит бронебойность. Как видите, у меня максимальная броня, у меня импланты, у меня перк Тагнес. И тем не менее, 13 очков урона я получаю с такого пистолета, который можно найти, 223 калибра, который можно найти на начальных этапах игры. Да, 12 патронов решаю. Не изменилась ситуация по сравнению с моим Fallout'ом. Взрываются они, конечно, красиво. Что там у нас? Эх, опыт летит просто. Так, все. Давайте завершать видео. О, рэкетиры. Кстати, вот эта битва будет очень тяжелая. Это то, о чем я рассказывал в предыдущем видео. Сейчас мы клацаем сразу клавишу А, чтобы битва была за нами. Мы в окружении. Вот кажется, что такие обычные, не страшные враги. Ничего подобного. Все враги вооружены силовыми кулаками. Урон у них бешеный. То есть нужно как можно быстрее сокращать их количество. 85, 81. Кому я могу нанести урон? 90 уже лучше. Так что я, наверное, двинусь в эту сторону. Все равно могу сделать только две очереди. Прекрасно. Могу сделать только две очереди. И желательно выбить тех, кто поближе. То есть кто сможет сразу... Так, задел Сулика, слава богу, не сильно. Поэтому давайте мы как-то так... даже не знаю, как стать. Все же, наверное, лучше вот так. А, чтобы включить скрытность. Ай-яй-яй. Нажал бы скрытность, был бы шанс у меня второго хода. Вот посмотрите, пошел урон. Хорошо, что не хилы их. Мои друзья-товарищи убивают быстро. Вот, посмотрите. Так, а у этого, наверное, потрошитель. А вот у этого куб... Ничего. Тут мои товарищи тоже не лыком шиты. Зато мы сейчас поднимем денег, как раз возвращаемся в Сан-Франциско. Посмотрите, как нас сбивают постоянно. И урон солидный. Так, все. Что же мы на этого Вика так накинули? И сколько у вас ходов? Все, молодец, Вик, убегай. Нечего с этими страшными уродами рисковать. Так, 3-3. Сколько у меня? 7. Значит, я могу на одно очко подойти. Как бы так подойти, чтобы... Боюсь, что я задену Вика. Тут разлет патронов совершенно так работает. Нет, все нормально. И все же я подойду на... Нет, не буду рисковать. А вот так могу подойти и... Вот так вы. Так, добивайте, мои помощнички, последнего врага. Прекрасно. Смотрите, как все было опасно. Вот так я с ними первый раз встретился. Думал, о, какая-то шпана. Меня, конечно, быстро наказали за мое пренебрежение ими. Все же игра четко отслеживает, какой у вас уровень, и в основном старается с
случайные встречи вам, ну, если вы ходите в нужных местах. Естественно, рядом с Орой вы не получите высокоуровневые встречи. И старается вам подсунуть врагов, соответствующих вашему уровню. Так что вовсе не Обливион был первым. Был первой игрой, в которой сделали автолевелинг врагов. Видите, Fallout в 97-е годы уже это сделал. Шучу, конечно, но в каждой шутке есть доля правды. Так, мне очень хочется зайти в пещеру, посмотреть, кто же там живет. Если там кто-то с опытом, то можно, конечно. Так, Вик, ты геройски принимал урон. Чуть не погиб. Сулика кто-то ранил. Ну что ж, давайте посмотрим. О чем я вам говорил? Силовые кулаки, у которых есть эффект бронебойности. И удар которыми очень дешев. Ну и потрошители, тоже очень нехилое оружие. В результате рукопашники стают очень опасны. Так, а ну отойдите все от этой толпы, чтобы я мог собрать вот этого крайнего. Да. Кстати, это не он. Тут их четверо получается, а вот этот, у которого ноги к низу лежат. Опять не он. Или все равно как-то нарисованы ноги. Ух, сколько я денег поднял, аж приятно. Главное, вовремя как. Как раз я собирался. Так, там еще есть девушка под трупами в синих штанах. Даже два там таких трупа. Так, ну мы сейчас хитрим. Если на нас не нападут сразу же при входе. А, понятно, пещера не содержит в себе врагов. Как же вас тут разобрать? И друг на друга вы не сложились. Вот здесь лежит один по диагонали, один. Так. А если я переночую до 8 часов утра, трупы исчезнут? Все, пошел четвертый сон. После этого мы уже в Рой не можем зайти. Нет, трупы не исчезли. Кстати, там есть один хитрый момент. Даже если мы Гека найдем буквально на там, в самом начале игры, сразу же автоматически мы получим четвертый сон. То есть у вас никак не выйдет приехать Гека до того, как разрушит Рой. Хотя и можно вставить в инвентарь, подойти с Гека, но тогда скрипты все равно не включатся, вашу победу не засчитают. То есть создатели игры немного читерили. Так что не хочу я больше ни с кем сражаться. Хотя хабологи тоже имеют множество трофеев на себе. Все, на сегодня хватит. Спасибо всем, кто следит за моим прохождением игры. Традиционно ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Особенно прошу, ставьте лайки, а то комментариев у меня положительных больше, чем лайков. Вам не тяжело, мне приятно. Получается, труд оценили, обсудили, а оценки моей работы нет. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Пока!